пресс-центр retail.ru на связи с выставки ProDexpo 2021. В нашей студии новые спикеры, красавицы. Представьтесь, пожалуйста, из какой компании. Добрый день, меня зовут Эмилия Ибрагимова, группа компании «Пивоваренный дом Бавария». Добрый день, дорогие гости. Меня зовут Елена Лебедева, я региональный представитель Совета торговых центров России, Казахстан, Беларусь по Кавказу и Северокавказскому региону. Всем добрый день, меня зовут Элита Кучиева, я руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами. Я бы хотела рассказать, мы с вами встречаемся здесь не просто, а по поводу. Поскольку наши все проекты в основном сконцентрированы на территории Республики Северная Осетия Алания, а именно город Владикавказ, мы строим два прекрасных объекта. Один из них – это торговый центр «Галерея», который откроется в 2022 году на улице Тамаева, 22. И второй мы проектируем первый, самый крупный в регионе гастрорынок. Общая площадь проекта составляет более 15 тысяч квадратных метров. И, вы знаете, это был большой, сложный, выстраданный нами проект, очень интересный, потому что мы собираем не просто операторов по торговле, а мы собираем именно представителей всех республик, всех областей и всех районов Осетии. Плюс мы приглашаем Южную Осетию, также наших коллег из Дагестана, из Ингушетии. То есть мы хотим представить нашим потребителям, нашим покупателям самую большую линейку товаров. Я бы хотела сказать, что этот объект и вообще проект будет настолько уникален и амбициозен, что мы не просто будем гордиться этим, а мы будем реально локомотивом экономики, которая будет сконцентрирована на территории Северной Осетии. И наш основной партнер – это инвестор и человек, который будет владеть всеми этими объектами, управлять этими. Это торговый дом «Бавария». Это компания номер один на территории России на сегодняшний день. Входит в десятку самых крупных операторов по продаже воды, пива, лимонадов. И огромный, включающий в себе агрохолдинг, сеть ресторанов, там прекрасный фешенебельный парк аттракционов и отдыха «Альпина». Вы знаете, мы уверены в успехе в проекте и стараемся максимально ускорять, чтобы мы открылись 2022-2023 год. Поэтому со мной приехали мои коллеги, которые выставляются здесь на проекте, и они максимально интересно расскажут про ту продукцию, которую мы сейчас производим. У нас есть уникальный бренд «Три кота». Я бы хотела передать трубочку человеку, который отвечает за продвижение такого прекрасного бренда. Ну, все, наверное, видели мультик «Три кота и царевны». А нам этот мультик тоже очень нравится, поэтому мы купили у канала СТС лицензию и выпускаем воду под этим брендом «Три кота и царевны». Вот, мы думаем, что эта вода будет пользоваться большим успехом у наших маленьких друзей. А также наша компания выпускает пиво, лимонады. Об этой продукции более подробно расскажет моя коллега Элита. Собственно, что хотелось бы сказать, компания основана в 1994 году. За эти годы мы уже большой опыт получили в области продаж продукции, производства не только той продукции, которая представлена здесь, но еще и много чего другого есть в нашем ассортименте. В регулярной нашей матрице, так сказать, больше 160 SKU, среди них и алкогольные напитки, пиво. Есть и безалкогольное пиво в разных форматах, стеклянная бутылка, пэт-тара, железная банка. Есть безалкогольные напитки сладкие, премиальная линейка, есть обычная, более средний сегмент напитков. Ну и вода питьевая, минеральная. В принципе, мы каждый день работаем над тем, чтобы расширять наш ассортимент, улучшать его, увеличивать, ну и, соответственно, увеличивать свои продажи. Это действительно вода добывается из настоящего источника. Оно огорожено территорией, и каждый день вот эта чистая вода попадает в бутылку, упаковывается и приезжает на стол таких крупных торговых сетей, как «Азбука вкуса», «X5 Retail Group», понимаете? И мы вышли, не просто мы продаемся в России, мы вышли уже и на зарубежный рынок. Если я не ошибаюсь, где мы представлены? Мы представлены и в Арабских Эмиратах, в Кении, в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане. Ну, пока так. Сейчас рассматриваем условия сотрудничества с Голландией. В
принципе, я думаю, после выставки еще пару контактов у нас появится. Но мы не просто та компания, которая занимается там производством. Мы именно тот холдинг, который представляет лицо Осетии, лицо гостеприимства Северной Осетии, Алании. Вы когда прилетаете в аэропорт, вы сразу нас видите. Наш огромный баннер с прекрасной бутылкой воды Тебау. Наши самые вкусные три пирога в ресторане «Бавария». Я думаю, что все, кто приезжает в нашу республику на отдых с детьми, естественно, становятся в нашем семейном отеле, это «Альпина Фэмили Парк». Поэтому то, что мы сейчас строим премиальный торговый центр, мы уверены, что нашим посетителям будет это интересно. Мы дадим ту же линейку, у нас будет и ресторан пивной, и ресторан, который будет продавать там шикарную воду, ну и рынок, который мы проектируем, да, вкладываем в него много сил. Действительно, будем хотим повторить, как успех в ДНХ. То есть, чтобы мы могли посмотреть не только на наши таланты, но и пригласить производителей, именно настоящих производителей продуктов питания с Республики Северного Кавказа. Что хочется сказать? Невероятно красивое лицо Осетии и всего Северного Кавказа. Что хочется сказать? Спасибо вам за такое потрясающее общение, за линейку товаров, очень красивую и премиальную. Я надеюсь, что наши ритейлеры еще больше захотят с вами работать, и конечный пользователь всю эту красоту увидит на прилавках ближайших магазинов у своего дома. Спасибо вам большое, а вам в наших начинаниях постройки желаю огромного успеха и удачи. Спасибо. Мы вас приглашаем в гости, ждем вас у нас в Осетии, во Владикавказе. У нас сейчас шикарная погода, приезжайте. С удовольствием. Спасибо большое.